Не подкачали и муромские боксеры. Наши спортсмены завоевали 13 медалей на межрегиональном турнире памяти наших земляков-боксеров. Борьба проходила 3 дня в спортшколе с отделениями Олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва. В турнире приняли участие около 70 мальчишек от 12 до 18 лет из Московской, Тверской, Нижегородской и Владимирской областей. В результате наши боксеры завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медали в разных возрастных и весовых категориях. Поздравляем!